Алиса, открой дверь. Всем привет, вы на канале Киберлаб. И сегодня у меня видео про то, как при помощи Яндекс-колонки Алиса открыть дверь, подключенную к домофону. Если вам интересно, то присаживайтесь поудобнее, я начинаю. Поехали! Часто бывает так, что кто-то пришел и звонит в домофон. А ты в этот момент чем-то занят или просто лень подходить для того, чтобы открыть эту дверь? Знакомая ситуация, не правда ли? А мой домофон так вообще без поднятия трубки не открывает дверь. Если в течение 30 секунд после вызова не поднять трубку, то кнопка открывания двери становится неактивной до того момента, пока снова не поступит новый вызов. Вот такое вот чудо от Samsung. Но, к счастью, у меня есть умная колонка Алиса, и сделав простое устройство на Arduino, я смогу упростить себе жизнь. Сначала расскажу, как у домофона работает функция открывания двери. Все домофоны системы Comax соединены с вызовной панелью четырьмя проводами. Это видео, аудио, общий и плюс 12 вольт. Для того, чтобы дверь открылась, нужно провод аудио кратковременно подключить на плюс 12. Для замыкания этих проводов подойдет любой маломощный транзистор или оптрон, например, PC817. Но у меня под рукой лежал одноканальный релейный модуль, и я решил использовать его. А также мне понадобится Arduino Nano третьей версии, либо любую другую Arduino. ИК-приемник можно использовать любой на 38 кГц. Тут же китайский VS1838, либо ЦОП. В общем, какой у вас есть, тот пробуйте. Как вы можете заметить, у меня Яндекс.Пульт не оригинальный. Я его покупал в Китае, но он также прекрасно работает. Никаких нареканий по нему у меня нет. Распределительная коробка, купленная в отделе электрики магазина Люра, будет служить мне в качестве корпуса. Схема, как вы видите, простейшая, мне даже по ней нечего комментировать. Собрал все согласно схеме, прошил Arduino. Как я понял из статистики, вас не особо интересуют процессы там, пиления, сверления, паяния, поэтому я эти эпизоды буду пропускать. Ну или если я не прав, напишите об этом в комментариях. Для записи кода кнопки нужно перевести контроллер Arduino в режим ожидания нажатия. Для этого достаточно установить перемычку на выводы D2 и Ground и нажать кнопку сброса на Arduino. К сожалению, у меня кнопка сброса не работает, и мне придется передернуть кабель питания. После чего на контроллере засветится системный светодиод, и контроллер будет ожидать нажатия кнопки с пульта. Рекомендую использовать пульт от телевизора, чтобы кроме голосового управления вы могли открыть двери с его помощью. На пульте лучше всего выбрать кнопку, которой редко пользуются. Как правило, это цветные кнопки, 4 штуки, они предназначены для телетекста. После получения кодовой посылки Arduino весело подмигнет светодиодом и снова перейдет в режим ожидания. Можно нажимать кнопки сколько угодно, но Arduino запомнит только последнее нажатие. Чтобы выйти из режима запоминания кода, достаточно удалить перемычку с D2 и Ground и нажать кнопку сброса на контроллере. И после чего он готов к использованию. Саму коробочку я спрятал на крышке шкафа и протянул к ней витую пару от домофона. Весь скучный процесс монтажа я записывать не стал, покажу только сам результат. Теперь нужно научить Алису работать с этим устройством. Для этого открываем на телефоне приложение Яндекс Браузер. Далее жмем кнопку «Все сервисы». Потом нажимаем иконку с изображением Алисы. И заходим в настройки Алисы. Теперь добавляем новое устройство. Так как я уже добавил устройство с названием «Дверь», то тогда я добавлю еще устройство с названием «Ворота». Таких устройств можно создать сколько угодно и все их повесить на одну кнопку. Для этого устройства нужно создать команду. Так как это у нас ворота, то логично было бы назвать «Отвори». После чего берем пульт от телевизора, нажимаем любую удобную для вас кнопку. И если светодиод на Яндекс.Пульте погас, то значит настройка пульта прошла успешно. Прежде чем замуровать коробочку, нужно проверить ее работоспособность.
Алиса, открой дверь. Хорошо. Все работает. Можем прятать. Ну вот, наконец-то мы подошли к самому главному моменту. Давайте будем тестировать в реальных условиях. Алиса, отвори ворота. Легко. Алиса, отворяй ворота. Конечно. Алиса, открой дверь. Хорошо. Теперь дверь можно открыть, даже если домофон выключен. Смотрите. Алиса, открой дверь. Окей. И еще остается резервный вариант, это пульт от телевизора.